Владимирской области, один из городов Золотого кольца России, находится недалеко от Владимира, в 40 минутах езды на машине. Кажет нам сегодня Суздаль Татьяна. Татьяна, приветствую вас. Доброе утро. Расскажите, почему мы начинаем нашу экскурсию здесь, на Торговой площади? Во-первых, это центральная площадь, несмотря на то, что в Суздале есть Красная площадь. Отсюда всегда начинаются экскурсии. Это самый удобный маршрут. Мы находимся около Кремля, и именно с Кремля начинается знакомство с городом. А сейчас мы с вами подошли к древнерусским валам 11-12 веков. Это самый древний памятник, который есть в Суздале. Высота валов достигала примерно 9 метров. Вот здесь вы видите, валы были срыты, но в Суздале очень хорошая сохранность валов. Больше половины сохранилось, и протяженность этих валов вокруг всего города была 4 километра. По меркам древнерусского города достаточно большой город был, фактически мегаполис. Сохранившиеся древние валы, тут рядом как раз Каланча пожар. По ним, я так понимаю, можно весь старый Суздаль обойти. Один из самых знаменитых храмов Суздаля — это церковь Успения Богородицы на Княжьем дворе 1650 года. Храм расписывался, если я не ошибаюсь, в 2014 году, буквально несколько лет назад. Иконостас здесь современный. Это место, куда стремятся все туристы, Суздальский Кремль. Перед нами главный собор Суздаля, собор Рождества Богородицы. Строил его в начале 13 века Владимирский князь Георгий, но 13 века сохранилась только нижняя часть храма. Верхняя часть, купола, которую вы видите, они датируются уже 18 веком. Работает этот храм как музей. Чтобы его посетить, нужно купить билет и пройти на территорию Кремля. Почему купола такого синего цвета? А синие купола можно встретить только на храмах Богородицы. То есть, если вы идете по городу, видите храм с синими куполами, это храм Рождества Богородицы, Успения Богородицы, либо Владимирской Божьей Матери и так далее. К тому же синий — это цвет неба, и звезды на куполах отсылают нас к звездному небу над головой. Здесь внизу оригинальная кладка 13 века. Строили тогда из белого камня, это известняк. В основном брали его с берегов реки Клязьмы. Я еще заметил, там не цифры, а какие-то фотографии. Да, это очень интересные часы, которые сохранились в Суздале с 17 века. Они сейчас отреставрированы. Почему там буквы? А дело в том, что раньше за некоторыми буквами старославянского алфавита закреплялось числовое значение. То есть, например, буква АЗ, сегодняшняя А, означало число един, один. Буки не использовалось, дальше вы видите, веди, два, глаголь три, добро четыре, есть пять, живете шесть и так далее. Еще что интересно, разница между часовой и минутной стрелкой, здесь 100 лет, а часовую стрелку приделали сразу, а минутную только после указа Петра Первого. Татьяна, что можно посмотреть в музее Суздальского Кремля? Здесь можно посмотреть несколько выставок, иконы 16-17 веков разных эпох, потом археологические находки, которые сделали на территории Суздаля, вообще в истории Суздаля рассказывается, а также посетить главный собор Суздальского Кремля. Пожарная часть 19 века в Суздале стоит на улице Лебедева. Что интересно, здесь сохранилась каланча, и данное здание до сих пор используется как пожарная часть. А улица называется Лебедева в честь суздальского поэта. Жил он в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году ушел на Балтийский флот, поэтому изображен сидящим в тельняшке. Но и, к сожалению, там погиб. И вот в память о нем была названа эта улица. На улице Кремлевская в выходные дни, иногда в будни, можно встретить много повозок с лошадьми. Считается, что каждый турист в Суздале должен сделать первое — покататься на лошадях, второе — выпить медовухи, и третье — съесть суздальский огурец. Вот, который вот только вырос, вот, и, значит, его замолодят. Огуречное варенье у вас есть, да? Если идти по улице Старой и прийти к дому номер 13, то вы увидите дом, где снимался фильм «Женитьба Бальзаминова». Ну, вообще, этот фильм снимался по всему городу, гуляя по кремлевским валам, проходя
проходя по улице Старой, можно увидеть эти места. Здесь находятся два храма 17 века. Зимняя Антипьевская церковь с пристроенной колокольней, которая расписана под дымковскую игрушку. И летняя Лазаревская церковь, за ней более высокая. Для Суздаля такие ансамбли традиционные. Летние храмы использовались с Пасхи по праздник Покрова Богородицы, а потом уже перемещались в зимние отапливаемые храмы. В воротах вот наверху вы видите такие изразцы, зеленая полосочка горизонтальная, она называется ширинка. Мы привыкли, да, что слово ширинка, там джинсы-брюки с этим связаны, но в архитектуре тоже есть своя ширинка. Традиционно ворота имели два входа, один пониже, другой повыше. Повыше для хозяйственных нужд, чтобы лошади, да, проезжали, еще его открывали в праздники. Ну, а другой вход использовали постоянно. А чтобы зайти в монастырь, нужно обязательно поклониться. Если вы забудете, то вам об этом напомнит дверь. И еще берегите сюда не только головы, но и ноги. На его территории находятся здания, которые к монастырю отношения не имеют. Улица даже называется «Коммунальный городок». Вот в этом здании находится спортивный зал, детско-юношеская спортивная школа «Суздаль». Даже вот сеточку видно, да, за окнами. А еще здесь есть дом, где находятся коммунальные квартиры. Почему так вышло, что на территории монастыря? Но монастырь в советское время был закрыт, его стали восстанавливать только в 2001 году. И вот с этими зданиями вопрос не был решен. Основной доход монастырь имеет в колокольне, по сути, потому что туда есть такой вход пожертвования 100 рублей. Это самое высокое здание Владимирской области, высота 72 метра вместе со шпилем и крестом. Подняться можно на 43 метра, высота птичьего полета, оттуда видно весь город, это лучшая смотровая площадка. Если вы хотите почувствовать себя звонарем, побить в набат, приезжайте в Суздаль. Очень звонко, можно сразу в три. Мы пришли с вами с кремлевской части, вот оттуда. Это ровно половина города, колокольня находится по географическому центру. Дальше мы пойдем в ту сторону, там находится Спасо Ефимовский монастырь. Это самый большой монастырь в Суздале, но он не действующий, там сейчас музей. Мы идем с вами в Александровский мужской монастырь 13 века. И прямо за ним, самое главное, зачем мы идем, находится смотровая площадка, на которую большие группы никогда не доходят. Туда можно попасть с частными гидами, которые вам покажут дорогу, либо найти сами. Суздаль стоит на реке Каменке. По этой реке еще в 8 веке проходил главный тогда торговый путь Руси. Его называли Волжским, называют его Волжским серебряным путем. Каменка впадает в Нерль, дальше Клязьма, Ока, Волга и Каспийское море. То есть таким образом по Каменке ходили на Каспийское море. Покровский женский монастырь был основан в 1364 году. Это место ссылки жен русских правителей. Храм с золотыми куполами Покровский построил Василий III, а справа храм, который построил его сын Иван Грозный. Улица Ленина, главная улица в городе Суздале, где куча ресторанов, так что голодным в этом городе точно не останешься. Спасо Ефимов монастырь, его основали в 1352 году. По сути, это вообще окраина Суздаля. Здесь сейчас находится музейный комплекс, монастырь недействующий. Там внутри есть усыпальница Пожарских, собор с фресками Гурия Никитина 17 века и Суздальская тюрьма. В этом монастыре в конце 18 века Екатерина II учредила тюрьму. Скажите, а чем в таком маленьком городе, как Суздаль, а здесь, насколько я знаю, живет меньше, чем 10 тысяч человек, местные жители зарабатывают на жизнь? Есть ли здесь какое-то производство или они все-таки горожане в других городах? Здесь практически все занимаются туризмом, потому что круглый год поток туристов идет сюда. То есть либо это сувенирщики, там работники музеев, экскурсоводы, да, и так далее. Еще многие ездят на работу во Владимир, но также из Владимира многие приезжают сюда. Здесь есть мебельная фабрика небольшая, швейное производство.
Помимо множества храмов, в Суздале еще куча музеев. Один из них – музей деревянного зодчества. Что я могу сказать о Суздале? Чем он мне запомнился? Здесь очень ветрено, потому что Суздаль находится на равнине. И, как говорила Татьяна, это для Суздаля нормальное явление. Пахнет лошадьми, потому что здесь очень много услуг. Покататься на лошадях, на карете. Очень много храмов, 50 штук. Есть что посмотреть, на этого даже не хватит и дня. Езжайте в Суздаль, во Владимир. Даже хотя бы, чтобы просто погулять здесь.